Фирхад, узнавший, что Намык является его отцом, вынужден столкнуться с этой правдой лицом к лицу. Что выберет Фирхад? Опустит пистолет, направленный на Намыка, или предпочтет своими руками наказать его? Эта раскрывшаяся тайна подвергает новым испытаниям любовь Аслы и Фирхада. Фирхад решает отдалиться от всех родных, включая и Аслы. Однако Аслы не намерена оставлять его одного. Сможет ли Аслы любовью исцелить раны Фирхада? Йетер считает, что навсегда потеряла Фирхада, и в это время выясняется важная вещь, касаемая ее собственной жизни. Что это за тайна, которую Йетер скрывает от всех? Полиция расследует исчезновение Идиль, что заставляет Жюли Деппа волноваться. Они с Джунейтом планируют начать жизнь заново. Однако сначала Жюлиде должна свести счеты со Слы. До какой точки сможет дойти Жюлиде ради мести?